В этом видео я вам покажу, как почистить накипь на люке на стиральной машинке. Очень быстренько, незатратно. То есть, вот, смотрите, вот такая вот накипь. Вот она такая вот. Как же ее убрать? Мозг ее. Покажу вам на примере трех люков. Это первый был. Вот это второй. Вот здесь вот такая вот аж грязь. Накипь. И вот на таком, где он почти чистый, но здесь место прижимания манжеты есть небольшая полосочка. Не знаю, видно вам, нет. Вот. Вот такая маленькая она. Так, что нам для этого понадобится? Обычно чистят кислотой какой-нибудь, растворами. У нас будет сухая. Для этого нам понадобится вот такое приспособление. Губка. Специально ее подписал для накипи. Купил я ее, по-моему, за 100 рублей. Здесь есть металлические волокна, нить, которые легко это отчищают. Но можно какую-нибудь такую использовать, похожую. То есть берем и оттираем. Вот у нас небольшая. Оттираем. Сейчас руку поменяю. Возьму правую. Она оттирается. Люк это не корябает. Становится блестящий. Лучше прижимает и не подтекает. Вот, но это я еще дотру. Так, на этом примере рассмотрим. Здесь у нас о какой. Это с той стороны. Одной рукой неудобно. Такая вот трём. Есть просто металлические такие губки. Двумя руками, конечно, это быстрее получается. Вот, но вам камера, конечно, не понадобится. Вот шовчик видим. И его нету здесь. Ну, вот так вот весь его очищаем до блеска. Сейчас этот попробуем. Покажу. Вот, губки аж не видно вообще. Берем и начинаем тереть. Меняем сторону. И вот так вот всю ее прям до блеска. Вот так все очищаем. Губка хорошая. Такая легенькая, не царапает. Можно шкурочкой оттереть, но шкурочкой могут быть небольшие царапинки. Вот это тоже будем оттирать все. Подотрем. Лапочку. Такие. Вот как. Вот таким легким доступным способом можно очистить. Лучше будет прижимание дверцы к манжете и не будет вот здесь подтекать. У некоторых бывает подтекает машинок из-за накипи. Вот. И либо каким-нибудь раствором, кислотой.
Значит, спустя несколько минут люки у нас стали вот такие вот чистенькие. Без накипи. Ну, с этой стороны тоже можно почистить, но помыть. Вот, это первый. Такой. Это сухая. Далее. Ну, этот был еще чистый был. Здесь эту полоску я убрал. Вот, а это... Это уже от времени так прочертили. Всякими пуговками. Металлическими, которые стирают... А вот этот люк, о, какой стал, чистенький. Вот такой блестящий. Это у нас с той стороны что-то. Вот. Всем здоровья и счастья. Ну и любви, конечно.